Сегодня нам с вами необходимо выяснить две вещи. Помогает ли вей-протеин удерживать мышечную массу худеющим женщинам? И помогает непосредственно худеть ли он? Понятно, что за счет жировой ткани. Кто еще не знает, вы находитесь на канале Александра Мирошникова. Я Александр Мирошников, странное совпадение. И в нашей рубрике «Что должен знать и уметь персональный тренер?» Мега уважаемый человек. Как всегда, интересная и занимательная тема. Вей-протеин. Нужен ли он женщине, которая худеет? Времени нас мало, вперед-вперед к знаниям. Хорошо известно, что потеря веса, вызванная диетами, уменьшает мышечную массу. Высокое потребление белка – это где-то более 1 грамм на килограмм в сутки. Особенно потребление белков, богатых лицином, таких как сывороточный протеин, например, рекомендуется многими специалистами для предотвращения возрастной потери мышц, а также смягчения неблагоприятного воздействия похудения, вызванного диетой, на мышечную массу. К тому же само высокое потребление белка приводит к снижению веса, как утверждают достаточно много специалистов. Однако результаты самого последнего систематического обзора и мета-анализа показывают, что высокое потребление белка не приводит к большой потере веса, чем стандартное потребление белка у пожилых людей с ожирением, которые участвовали в программе по снижению веса. Кроме того, белковые добавки, мы с вами знаем, приводят к инсулинорезистентности в связи с тем, что вей-протеин так сильно задирает инсулин, что лучше уж наесться шоколадок. Да-да-да-да, на данный момент есть только один метаанализ, который говорит, что пожилым людям не нужно есть вей-протеин, мышцы не будут сохраняться. Но нас интересует, конечно же, прежде всего худеющая женщина. Давайте-ка с ней разберемся. Итак, РКИ 2018 года. Золотой стандарт доказательности результатов. Выводы. Таким образом, наши результаты показывают, что у женщин среднего возраста с ожирением умеренная от 5 до 10% потеря веса не оказывает отрицательного влияния на максимальную мышечную силу, несмотря на небольшое снижение мышечно-скелетной массы. Более того, 50% увеличение потребления белка во время терапии потери веса не оказывает клинически значимого терапевтического воздействия на мышечно-скелетную массу или мышечную силу. Эти результаты указывают на то, что увеличение потребления белка за пределами РДА во время терапии потери веса не является необходимым для женщин среднего возраста с ожирением. Это уже второй метаанализ, который показывает, что когда мы худеем, мышцы удержать с помощью вей-протеина не получается. Итак, мышцы мышцами, но нас еще интересует жир. А жир-то хоть будет уходить от этого вей-протеина, а то зачем же мы деньги-то тратим? Двигаемся дальше. И опять новый метаанализ и систематическое ревью уже 2018 года, который так и называется «Вей-протеин и состав тела женщины». Итак, выводы. Таким образом, результаты этого систематического обзора и метаанализа показывают, что добавки вей-протеина улучшают состав тела у взрослых женщин путем умеренно увеличивающейся массы мышц менее 1%, но не влияя на изменение жировой массы. То есть жир как оставался или потихонечку утилизировался, так и утилизируется. Пей, не пей этот вей-протеин. Ну и вот здесь немножко хвалебные оды начинаются. Давайте здесь поторжественней. Сывороточный белок может быть более полезным для улучшения состава тела, когда он включен в программу по снижению веса. Несмотря на то, что для конкретной оценки воздействия протеина в различных состояниях энергодефицита и физической активности необходимы дополнительные исследования, общие результаты подтверждают положительные эффекты от потребления вей-протеина женщинами, стремящихся к умеренному улучшению состава тела. Итак, вей-протеин рулит. Ура, товарищи! Да здравствует вей-протеин! Пока был торжественный момент,
Я стоял в позе лемура и уже мечтал бежать в магазин и покупать вей-протеин. Ведь так хочется похудеть и сохранить мышечную массу. Но меня мои студенты не поймут. Они скажут: Александр Борисович, отмотай-ка это исследование назад. Да-да-да, в лицее ученый фитнес читает все исследования с конца. Ну что ж, не буду изменять традициям и читаю исследование с конца. Итак, конфликт интересов. Эта работа была поддержана консорциумом США по анализу сыворочного протеина. Вейн Ви Кэмпбелл получил научно-исследовательские фонды от Национального совета по производству свинины, Американского совета по яичному питанию, не знаю, как правильно перевести на русский, Национального совета по молочным продуктам и Национальной ассоциации говядины. То есть ученые прошлись по всем продавцам белка. Итак, Вейн Ви Кэмпбелл на время проведения мета-анализа работал в консультативной группе по сыворочным протеинам. Ну, дальше тогда все понятно, все ясно. Давайте-ка движемся к концу. Честно говоря, мы так и не ответили на поставленный вопрос, можно ли пить протеин, нужен ли он худеющей женщине. Но это хорошо, хорошо, мы же исследуем и разбираемся потихонечку. И будет как раз тема для следующего фильма. Если вам фильм понравился, то не забываем ставить лайк и, конечно же, подписываться на наш канал. У нас самые занимательные, веселые, практичные, а главное, научные темы. Все, пока, пока.